yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative. Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Сегодня я хочу вам показать мастер-класс одного из черепашек-ниндзя. Три я уже связала и свяжем вместе с вами уже с синей завязочкой. Вяжутся они одной деталью, пришивается только панцирь. Полностью черепашка вяжется одной деталью. Значит, размер черепашки 12 сантиметров, размер глазок 10 миллиметров. Ну, в принципе, все. Вяжется она очень легко и быстро. Буквально. Давайте приступим. Итак, нам понадобится 3 цвета пряжи. Связана, кстати, она с плюшевой пряжей. И нам понадобится Гималай Долфин Бэби. Цвет у меня 80-331. Дальше на панцирь у меня будет Гималай Вельвет. И номер его, коричневый цвет, 937. И завязочка голубая, тоже это толстенький плюш или Ярнар Дольче. Вот, понадобится небольшой кусочек. Итак, давайте приступим. Буду вязать я крючком номер 4. Глазки нам понадобятся 10 миллиметров. Итак, берем основной цвет, наш зеленый. И начинаем. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1. 2. 3, 4, так, 5 и 6. Второй ряд вяжем 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик при этом ввязываем. Ставим маркер в первую петлю, в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Третий ряд провязываем так: 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, четвертый ряд вяжем таким образом. Снимаем маркер и в первую петлю провязываем. Первую петлю провязываем таким образом. Делаем накид. В первую петлю провязываем 1 столбик с накидом. Дальше делаем накид. В эту же петлю провязываем еще 1 столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом и пятый столбик с накидом. Снимаем крючок, отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В первую петлю вставляем крючок, одеваем петельку и протягиваем через первую петлю. Делаем воздушную петлю. И ставим маркер. Это будет наш первый столбик. Дальше провязываем. Главное не пропустить вот первую петельку после нашей ножки. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5 и 6. Дальше провязываем вторую ножку, вяжем, делаем накид, провязываем 5 столбиков с накидом, 2, 3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков с накидом, в одну петлю снимаем крючок, вставляем крючок в первую петельку, одеваем свободную петельку и протягиваем через первую петлю, делаем воздушную петлю. Дальше провязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. Провязав 10 столбиков без накида, у нас получается в ряду 18 столбиков. И дальше 5, 6, 7, 8 и 9 ряд, 5 рядов провязываем по 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, вот такая деталь получается. Теперь 10 ряд. 10 ряд вяжем так. Снимаем маркер и провязываем. 1 столбик без накида, ставим маркер обратно. Теперь провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Итак, 11 ряд вяжем так. Снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида. Ставим маркер обратно. Теперь провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид. Из третьей петли от крючка провязываем 6 полустолбиков с накидом по цепочке. 1. 2, 3. Дальше продолжаем вязание по телу. Значит, провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5. И 6. Провязав 6 столбиков, провязываем опять 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из третьей петли от крючка провязываем по цепочке полустолбики с накидом. 1, 2, 3, 4. Так, теперь провязываем до конца ряда по телу. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Вот такая вот деталь у нас получается. Это ручки у нас будут на туловище. И теперь 12-13 ряд провязываем без прибавок и убавок, 12 столбиков без накида. Давайте провяжем 2 ряда. Итак, провязав шейку, теперь мы приступаем к вывязыванию головы. 14 ряд вяжем так. Снимаем маркер и провязываем в каждую петлю прибавочку. То есть у нас должно получиться в конце ряда
24 столбика без накида. В каждую петлю 2 столбика без накида. Должно получиться 12 прибавок. И 15 ряд провязываем так. 3 столбика без накида и прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце ряда получается у нас 30 столбиков без накида. И дальше 16, 17, 18 ряд, 3 ряда. Мы провязываем 30 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязав 18 ряд, теперь мы в 19 ряду будем менять ниточку. Снимаем маркер. И последний 18 столбик в 18 ряду мы будем провязывать уже голубенькой ниточкой. Довязывать. Теперь провязываем 19 и 20 ряд голубой пряжей. Ниточку прячем вовнутрь. Ее можно... Зеленую ниточку мы не обрезаем. Мы просто завязываем на узелочек. Голубенькую ниточку прячем вовнутрь. Зеленая остается, мы ее не обрезаем. Просто провязываем 2 ряда голубой пряжей. 30 столбиков без накида. Давайте провяжем 19 и 20 ряд. Итак, провязав 2 ряда, вот такая деталь у нас уже получается. Я уже обрезала синенькую ниточку. И теперь начинаем с вами вязать 21 ряд. Значит, снимаю я петельку и последнюю петельку в 20 ряду буду уже довязывать зеленой, чтобы у нас был красивый переход. И теперь провязываем 1, 2, 3 столбика без накида. Ниточку подтягиваем и прячем вовнутрь. И провязываем убавку за передние полупетельки. За передние полупетельки провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. В конце ряда получается 24 столбика без накида. Итак, на этом этапе мы начинаем набивать с вами туловище. Туловище я уже набила плотненько. Вот и на этом этапе вставляем глазки, потому что сейчас у нас будут резкие убавки, и поэтому нам нужно на этом этапе вставить глазки. Глазки вставляются между 19 и 20 рядами, и между глазками 6 столбиков получается. Давайте зафиксируем глазки и встретимся. Итак, зафиксировала я глазки, и теперь провязываем 22 ряд. Снимаем маркер. Ой. Двадцать второй ряд вяжем так: 2 столбика без накида, 2 столбика без накида, и провязываем убавку за передние полупетельки. Провязываем убавку. Так нужно провязать еще 5 раз. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. 23 ряд. Провязываем 1 столбик без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 12 столбиков без накида. 24 ряд. Провязываем 6 убавочек. При этом постепенно наполняем голову плотненько. И встречаемся. Итак, провязала я 24 ряда, набила уже голову, обрезала ниточку, зафиксировала ее и одела иголочку. Теперь последнее, что нам нужно, это стянуть отверстие иголочкой. За полупетельки мы провязываем так. Вот так вот и стягиваем отверстие. Теперь фиксируем узелочками.
смело можете фиксировать, даже если остается вот такой вот небольшой бугорочек, потому что мы сейчас его спрячем. Вот видите, остается вот такой вот бугорочек некрасивый. Мы в центр вставляем иголочку и выводим, ну, в любое место. И теперь смотрите, стягиваем иголочку, и стягивается отверстие. Поправляем все и путаем ниточки. Все обрезаем. И вот поправляем то, что у нас, какие у нас были. Все, вот такая вот деталь получается уже. Теперь давайте с вами свяжем панцирь. Берем коричневую пряжу. И набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ввязывая хвостик, провязываем второй ряд. Второй ряд провязываем 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Ставим маркер, первую петельку. И провязываем до конца ряда 2 столбика без накида в одну петлю. Хвостик при этом ввязываем, подтягиваем. И во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Третий ряд провязываем 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков без накида. Четвертый ряд провязываем 2 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце получается 24 столбика без накида. И пятый ряд провязываем без прибавок и убавок 24 столбика без накида. Давайте провяжем. Вот такая деталь получается. Теперь последний ряд, шестой, провязываем так. В каждую петлю провязываем прибавку. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю ставим маркер и провязываем 24 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Должно получиться 48 столбиков без накида в конце ряда. Вот так. Давайте провяжем. Итак, провязала я шестой ряд. Вот такая деталь получается. Я уже закрепила ниточку, одела иголочку, оставила нить для пришивания. Теперь будем пришивать панцирь. Панцирь мы будем пришивать за пятый ряд. Вот, шестой ряд мы с вами трогать не будем. Мы пришивать будем за пятый ряд. Для этого я ввожу иголочку в пятый ряд, вот так вот беру нашу черепашку и вставляю вот верхушку. И теперь стежком назад иголкой я буду прошивать буду за пятый ряд. Вот за пятый ряд ввожу и вывожу. Вот за пятый ряд и прошиваю назад иголку. Вот так вот. Вот последний ряд не трогаю. Вот так вот получается. Вот. То есть вот этот ряд мы с вами не трогаем. И пришиваю
вот так вот, оставив небольшое отверстие, нужно наполнить наш панцирь немного холофайбера. Так, что-то мешает. Так, вот так вот пришиваю за пятый ряд, по пятому ряду прохожусь. Можно пройтись несколько раз. Вот так вот. Остается здесь небольшое отверстие. Я беру немного холофайбера, вот так вот, небольшой кусочек, и вставляю вот в наш панцирь. И смотрю, еще немножечко надо, небольшой кусочек. Вот так вот. И продолжаю пришивать. Все, распределяем холофайбер по всему панцирю. И давайте пройдемся еще один раз, прошьем. Теперь делаем узелочек. И прячем иголочку. Вот, распределяем панцирь. Вот так вот. И прячем теперь иголочку в тело. Еще так раз. Все обрезаем. Все вот так вот панцирь. Так, пушок убираем. Все вот такой вот панцирь у нас получается. Вот эта вот часть, она остается не пришита. И вот так вот он красиво ложится сзади. Теперь давайте сделаем ему улыбочку. Я уже одела джинс, полухлопок, и одела иголочку. И так как у нас, смотрите, у нас везде разные улыбочки, то есть где ухмылка есть, где просто такая, просто вот такой вот ровный ротик. Ну, чтобы был разный, скажем так. Вот такой вот ротик. И одеваем сюда же иголочку. Ой, ниточку одеваем. И завязываем на узелочек. Обрезаем ниточку. И прячем. Пинцетом было бы вот так вот лучше. Во, все. То есть ротик вы вышиваете разный, такой, как вам захочется. Ну все, наши черепашки готовы. Все четыре черепашки готовы. То есть здесь вы просто меняете цвета. По названиям я не знаю, кто где.
Вот, но есть фиолетовый, оранжевый, красный и синий. И вот такие четыре друга у нас получилось. Надеюсь, у вас тоже все получилось. И до новых встреч, до новых мастер-классов. Пока-пока!